Всем привет, с вами снова Настя. И в этом видео я отвечу на пару ваших вопросов, которые вы задавали на сайте app.fm. Отвечу я на вопросы 3, 4, может, на 5, не знаю. Вот. Так, первый вопрос. Что ты любишь делать в свободное время? У меня сейчас появилось свободное время, и я, конечно же, в это время снимаю видео на YouTube, что я сейчас делаю. Вконтакте, переписываюсь с друзьями, учу английский. Кстати, я вот сейчас его выучила. Вот. Выучила его. Домашнее задание. Я написала. Вот. И еще в свободное время я очень люблю пить чай или кофе, как я сейчас это делаю. Вот. Еще в свободное время я люблю гулять. Или приглашать подружку. Вот, что я сейчас еще сделаю, я сейчас приглашу. Вы ее видели в прошлом видео, где я была с ней. Вот, она тоже была у меня. Мы сидели, у меня пошли тренировки по танцам. Вот, и она ко мне пришла. И может быть сегодня еще она ко мне придет. Так, следующий вопрос. Следующий вопрос. Какие у тебя любимые времена года? Ну, это, конечно же, лето, зима и весна. Я не люблю осень, потому что осенью, как и сейчас у нас осень, и я не люблю осень, потому что дожди, и очень сыро и грязно на улице, поэтому я не люблю осень. Вот, и еще я не люблю зиму. Ну, я, конечно, люблю зимой, да, когда снег, все. Вот, ну, еще, когда конец зимы начинает снег таять, то есть он еще бывает грязный, и это мне тоже не нравится. Итак, следующий вопрос. Кому ты часто пишешь смс по телефону? Ну, конечно же, подругам. Без этого никак. Следующий вопрос. Часто ли ты гуляешь? Да, я гуляю часто, особенно летом я гуляю каждый день, например, я просыпаюсь, стою, сидела, а потом сразу иду на подушку, и мы идем гулять. То есть с утра делим с 10 до 10. Вот, да, с 10. И иногда до 10. То есть дальше. Следующий вопрос. Есть ли у тебя парень? Ну, это вопрос, пишите мне в личку ВКонтакте, я напишу ссылку. Так что это вопрос или подобное этому вопросу, пишите мне в личку. Так, следующее. Сколько у тебя страниц ВКонтакте? Страница ВКонтакте у меня одна, на которую я вам дам ссылку. Это был уже вроде бы последний вопрос, но это пока достаточно. Потом сделаю еще ответы на ваши вопросы. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь, пишите просто комментарии внизу, там было на это, пока.